О, привет, друзья. День второй. Утро. Сейчас собираемся и едем за грибами. Я на качельке сижу. Так хорошо в лесу, это просто вам не передать. Такой здесь воздух классный. В общем, собираем. Берем корзинки, ведра. Едем в другой лес. Молодняк нам сказали, нужно там искать. Вчера, как вы видели, грибов не очень было много. Ну ничего, надеемся, сегодня будет больше. Никому не надо грибы. Миха. Едем за грибами? Да. Все. Так вот, мы приехали уже. Александровна, все, всем удачи. Как грибники говорят? Дедушка Лисовичу, покажи-ка нам грибок. А, вот так, да? Так, Мишка готов? Я беру ведерко. Вот все пошли туда, а мы с Мишей пойдем в обратную, другую сторону. У нас есть секретный лесок. Сейчас мы вам его покажем. Да, Миха? Пойдем. Как ты так? Я вон, смотри. Сейчас, смотрите. Миша самый первый, и сразу же я нашел. Вот, смотрите. Да, маслята. Это маслята. Маслята. Ну, уже не такие липкие, я вам скажу. Хорошие. Ну, хорошие. А ну. Вот ты их пропустил. Ну ладно, не бурчи на меня. Первая находочка. А вон еще вторая. Пошли покажем. Просто я увидел одни и побежал, а ты сразу... И вон еще, смотри. Смотри, сколько их здесь. Вот, а вон еще, видишь? Ага. А ну, дай на тебе ножичек, на. Реви себе. И вон еще справа, смотри. Ага. Я вижу. Все. Мы с Мишкой даже еще не дошли до секретного леса своего, а уже столько грибов у нас. Да, Мих? Ага. Посмотрите, какие грибочки. Смотрите. И Мишка сорвал, срезал, вернее. О. Папа, ну, глянь еще. Да, да. А вон, смотри, вон. Вон, реви ты. Режь ты. О. Давай. Рядом ну поганки ж не трогай. Вот это мы с Мишкой на полянку нарвались. А это точно маслята или где? Это маслята, Мишань. Нет, нет, это маслята, они молоденькие. Вкусные, вкусные. Так, осматриваемся. Так, ну мы продолжаем. Мы только-только зашли, да? Да, так надо осмотреться обязательно. Конечно, давай, давай. Мишка еще нашел, давай, срезай. Ой, или на уже... Другой стороной, Мишенька. О, вот так, да. Оп, молодец, все. А ну, наверное, уже плохой чинь. Нет, что ж он плохой, Миш, они молоденькие. Ложи, да? Ложи, ты что, конечно. Да нет. А вон поганки такие еще. Осматриваемся. Да, грибов есть, сейчас найдем, Миха, не переживай. Как хорошо, что мы выбрали себе. Конечно, хорошо, Миша. Да. Все, идем, идем. Так, мы с Мишкой ходим, зашли в наш лесок, где мы... Собирали грибов много. И вот у меня уже находочка. Первая на этом месте. Это масленочек. Вот такой. Все, продолжаем. У меня еще маслята. Опа. Вот так. Вот смотрите. Раз. Вот второй. Смотрите, сколько мы грибочков нашли в одном месте. Вместе. Целая поляна здесь. Да, Мих? Угу. Ну все, давай, ты аккуратно режь, и я буду аккуратно. Опа. Опа, лядь. Ляньте какой. Угу. Сейчас я могу. Лянь какой белый. Да, да. Это молоденькие. Такой, это такой молоденький. Видишь, они такие липкие-липкие. Это вкусные маслята, молоденькие. Все, срезаем их. Опа. Берем. Вот. Тут, видите, две, но гриба нету. Есть вот корень, но гриба нету. Угу. А наша мама там отдельно собирает, а мы... У нас секретное с место. С друзьями да. Собирает. Отдельно с друзьями, а, у нас, а мы с Мишкой отдельно. У нас свое секретное место есть. Да, Михон? О, лянь, какие маленькие. Мама. Да, режем, режем. Какие? Тут их смотри сколько, ого. Еще один. О, вот еще, да. Еще. Да, да, да. Так, все. Вот, а это что? Это плохой уже? Да, это уже плохой, Мих. Это уже плохой, да. Сейчас мы тут полянку нашли с Мишкой. А вот этот я срезаю. Срезай, конечно. О-ля-ля, какой красивый. Ну, хорошенький. Угу.
Все, надо здесь осмотреться обязательно. И если тут есть еще грибочки... Ну, конечно, осматривайся. Все, осматриваемся. Если нет, пойдем дальше. Все, мы остановились. Я понял. Мы с Мишкой решили немножко перейти. Там дальше молодняк еще есть. И сейчас пройдем, посмотрим, что там. Вернуться мы всегда успеем, да, Мих? Ребята, у меня... Так, вот мы с Мишкой зашли, прошлись. В другой лесок зашли, такие здесь участки. Вообще ни одного, даже мухоморов нет. Пошли, Мих, в обратную сторону. Мих, пойдемте. Выходи туда. Все, пойдем обратно в тот лес, где мы немножко набрали. Этими, я еле увидел, смотрите. Покажи. Вот, чего ж маленький, хороший. Не, ну я же еле я увидел. Ниже, ниже бери, иду, ниже, во. Я еле вот это увидел. Все, молодец, это хороший. Мы возвратились в тот лесок, где наш секретный, да, Мир? Ага. Мы не успели закончить кадр, то все. Да, Мишке повезло. О, Миш... липкий. Ну это ж хорошо, он свеженький. Сам нос, ножик самый низ опускай. Прям по земле вот так. Я и вожу по земле. Чтобы и ножку зацепил. Я зацепил. Давай, давай. Опа. Пальцы не отрежь себе. А ну покажи. Ой. Дай посмотрю. Ой, вот это да. Мне фартануло. Да. На. Надо сейчас осмотреть тут место, значит. Конечно, смотри, они по одному не растут. Молодец. Давай, давай. Вот только мы зашли в наш лесок обратно с другой стороны. Не вот оттуда. Да, оттуда мы вышли сюда. И Мишки сразу раз. И поперло, да? Ну все, посмотрел и пошли дальше. Вон, по-моему, еще грибы. Смотри, сколько их. Смотри, Мих. Мы хотели заканчивать. Вот, видишь, вот они растут. И вон, видишь? Ага. Давай режь. Красавчик. Смешно. Миха напал. А вот смотри, сколько их. Смотри, Мих. Смотри, сколько их. Миха там режет. В общем, целая семья. Это все мои друзья. Ага. Оля, стоптали. А то кто-то не увидел. А может, кабанчик пробегал. Ничего страшного. А что, тут и кабаны? Конечно, Миш, тут же дикие животные есть. А как же? Ой. Ты не наступи на гриб сам. Ну, в общем... Режем мы с Михой. Грибочки. Вот еще. На пожарить будет, да? На пожарить будет. С картошечкой. Ой, вкусно будет. А может и больше наберем. Все. Продолжаем? Так, подождите. Если тут и много, надо смотреться. Ну ты смотри, давай. Так, вот что-то есть, но даже и не знаю, что это. Ребят. Сейчас посмотрим. Это дождевики. Смотри, какие. О, класс. Видишь, дождевички. Сенсация. Гриб растет на листике. Сенсация. Видишь, какие? Да прикинь, рядом с мухоморами. Да, то мухоморы. О, ну, аля, ходят. Ну и ничего. Зараза. Так, теперь обратно пойдем. Ну что, есть грибочки? Есть. Продаем. Да вы что? Вот это да. Рынок прямо не отходя от кассы, да? Да. Так, вот там поезд вдалеке идет, Мишка, а у нас полянка. Большая полянка. Ну, почему? Ну, штук вот еще, видишь, есть. Вот, вон. Они вот. За мохом скрываются. Хорошо. Вот еще, да, да. Вот еще. Да, да, да. Давай, срезай под самый низ, под самую ножку. Опа. Чик. Надо самый маленький срезать. Собирайте. Вот они, грибочки. Мишка зовет. Что-то Мишка нашел. А ну показывай. Я посмотрел вот здесь лянки. Так. Я откопал вот здесь. А, это ты откопал, да? Ну, вот увидел. Здесь было вот так вот закрыто. Давайте давай. Еще. А ну. О. Слышь, ну ты даешь, Миха. Смотрите, какие Мишка нашел россыпи. Вот это да. А ну. Да. Ля. Да, это ж маслята, Миха. Класс. Все. Режем. Аполлонник супа есть. Ага. Аполлонник супа есть, точно.
Вот, красавчик ты, Миха. Во, ножка. Угу. О, прикинь, гриб к грибе вот так вот прислонился. Ха. Класс. Молодец, Миха. Видишь, как, если бы я сейчас тут ничего не копал. Вот, Миха, сколько нашел, да? Молодец. Вот это ты нашел. Все, у меня уже тут можно закрыть. Ты настоящий поисковик. Молодец. Типа как вот сейчас я. Ага. Полный рост, так по-королевски, как говорится. А вторая, смотрю, аж на коленке встала и режет, режет, режет. Я прохожу от нее метров пять. А она, та прошла как раз. Я как встал, наверное, десятка два нарезал. Поляна, да? Ну да, по-разному. Можно пройти, пробежаться, да? О, молодец. Вот это я понимаю, грибник. Да. Умница. Молодец. Пойдем по той стороне. Теперь зимой папки будут грибочки под картошечку. Там мы сейчас пожарим. Да, Мих? Да. Иди вот туда. И пойдем обратно, а в ту сторону. Мих, иди быстрее. Сам даже не знаю, что это, но... Мне кажется, что это белый. Дай бог, что белый. Я не знаю, давай посмотрим. Или по... А это поганка! Бомба, пацан! Дядя пропустил. Хотя я тут не ходил. Так, у нас с Мишкой снова грибы. Мих, смотри, какой надо резать. Вот такая, чтобы ножка оставалась, видишь? Угу. Давай. Сейчас я тогда прям на... вот так вот. О, о, вот это правильно. Ножка есть? Да, ножка да. Есть. Все, молодец. А вот, смотри. Вот, вот, этот, это, вот этот реж. Это я себе в корзину. Да, да, конечно, себе. Сейчас. Все, Мишка, мы тут... Немножко полянка у нас тоже грибная есть, да, Миха? Угу. Вот ножка. Складывай, складывай. Еще ножка. Ну, вон еще тоже грибники ходят. В общем, ну, хватает грибников. А. Да. Да, да, да. Все, пойдем. Мишка он режет. Только что нашел. А вот теперь у меня вот грибочки тоже есть. Видите? Вот один. Вот один. Еще парочка. Растут на, прям на мху. О, маслята. Еще одни? Да, вот. Ты даже не успел. Я даже не успел. 5 метров пройти. Да, даже от тебя не отошел. Нормально. Да. Режь под самый низ, Мишенька. Ой-ой-ой. Тише, тише. Ты же не той стороной режешь, ой-ой-ой. Нет, чапа. Все. Опля. О, дай посмотрю. Конечно. Красавцы, да, Миха? Ага. На. Давай сюда, говорит. А смотри, какие вон мухоморы растут. Я их сбили, еще один сбили. Настоящие мухоморы, видишь? Угу. Давай тут еще посмотрим, где я нашел только что. Может быть... Вот, смотри, видишь? Я же говорю, давай посмотрим. Вот грибочек еще один. Спрятался. Сейчас мы его найдем. Достанем, вернее. Опа! Какой хороший масленок. Угу. Все? Вот еще, куда? Это что? Че ты кричишь? Это ножка. Вон, видите, собирает. У нас мухоморчики. Много дядька нашел. На одном месте. Молодец. Так, идем дальше. Так, оно мишками зовет. Что тут у тебя? Вот еще один. Это маслята такие, да? Маслята. Да? Да. Прикольно. Ложи вот этот тоже. Угу. А это я даже не знаю. Это плохой. Это козленок, да. А это маслята, ты режешь. Дай посмотрю. И вот рядом, возле поганок. А вот прикинь, резали. Ну, нормально, что. На, пойдем. Миха, смотри, какие мухоморы нашел. Ого. Гляньте. Они очень красивые. Здоровые. Это... Они... И вот видишь, откусанные от животных. Надо от этого избавиться. Не надо, пошли. Миха, эквилибрист. Смотри, упадешь. Ага. Так, все, выходим мы.
были там в лесу. Вот выходим, железная дорога, автомобиль наш стоит. Вот он. А где-то там собирает наша мама, да? Дядя Саша, тетя Люда. Не, они там по прямой. По прямой, ну, сейчас мы их найдем. Выходим из леса. Ну, не так, как хотелось бы грибов. Ну, пожарить хватит, да, Мишка? Ага. Все, идем, пока. Потом посмотрим, сколько у всех. Кто больше всех набрал. Это мы, сколько мы были? Ну, чуть больше часа. Очень много грибников, я вам скажу, попалось нам. Ну ничего. Кто первый встал, того и тапки, как говорится. Все, идем. Так, вот пришли к Александровне. И теперь смотрите. Вот мое ведерко, что мы с Мишкой собирали. Ну, столько же примерно у Михаила. А вот Александровна ведро. Почувствуйте разницу. Договаривалась. Да? С старичком же надо договариваться. Я понял. Все, пойдем к машине, сейчас передохнем. И еще пройдемся, да? Еще пройдемся. Угу. Переехали мы немного на другое место. Сейчас передохнем. Да, Александровна? Да. Вот. Александровна было тяжелое ведро. Да. Александровна самая большая. Чемпионка. Все, и зайдем. Посмотрим другой лесок. Переехали. Посмотрим, что будет. Ну, в любом случае, все, что найду, покажу. О, Александровна с Михой режут там грибочки. Но у меня чуть-чуть. Партию высыпали. И продолжаем ходить. Ну, тут меньше, да? Надо возвратиться в предыдущий. Как говорится, от добра добра не ищут. Мишка режет. Миха, режешь? Молодец. Александровна, он ходит тоже. Ну и у меня вот, видите, есть маслята. Ну, Мишка тоже режет. Вот еще один, видишь? О, смотри, гриб. Да, и вот сразу, видишь, растет. Ага. Срезай его. Молодец. И вот и у меня тут есть рядышком семейка. Да, вот грибочки. Вот такой красавчик. А у меня ленте на мою корзиночку. Сейчас. О, Миха уже насобирал. Молодцы. Что там, много у вас, да? Нормально. Вот уже. Вон Александровна. Нет, он же нам... Оптом собирает. Молодец. Ходим. Вот он снова грибочек. Опа. Вот такой красавчик. Масленочек. Вот так. Целая поляна. Смотрите, ничего себе, мухомора. Так, и вот, конечно, результат наш. Корзинка неполная, ящичек и целая миска вот такая большая. Вот столько мы насобирали, да, Миха? Угу. Вот так мы собираем грибы. Но это, конечно, 4 часа. Ну, что ты сделаешь? Не так много грибов, как хотелось. Все, едем домой. Сейчас шашлычок. Поехали. Ну, а теперь, конечно, надо же почистить, да, Александровна? Надо почистить. Ну, да. Я на рейс опаздываю. Ты уже все растерял, Михон. О, шашлычок. Шашлычок. Не-не, жарится получше. Да, конечно, хорошо получишь. Пока Шура там шашлык жарит, Александровна здесь отдыхает с Марюшей. Ну, а что, сколько грибов перечислила, да? Уже и переработали. Да. Сейчас будем жареные. И маринованные кушать. Уже и маринованные есть. Ой, ты, Марюша. Марюша тут котов гоняет. Молодец. Вот так в лесу отдыхать, класса. Будем заканчивать и сегодняшний день. Сейчас мясо пожарим, поужинаем.
Все, до утра. Пока. Меркин, пока. Мэри, что ты там унюхала? Роса. Ночью был дождь. Вон еще грибники ходят. Бродят. Не ходят. Смотрите, какой красивый пейзаж здесь. Мишка идет помогать мне. Смотри. Давай. Мишка он режет. Вот 4 и вон. 5, 6. Вот еще. Давай. Волшебный лес нас не отпускает. Мишка здесь грибы режет. Я еще там на окраине нашел. Ну, показывай. Подпишись. Подпишись вот сюда. На вот это.